Здравствуйте, меня зовут Медина Габиб. Мне 14 лет. Я хочу рассказать о себе, хочу рассказать о своих хобби. У меня вообще очень много хобби, те вещи, которых я постоянно увлекаюсь и занимаюсь. Например, мое профессиональное хобби – это рисование. Во время пандемии я нашла для себя, открыла такую новую технику, и это оказались цветные карандаши, обычные цветные карандаши. Я уже в то время научилась ими так пользоваться, так ими рисовать, что некоторые даже ко мне подходили и спрашивали, это точно карандаши? Так вот, моя работа «Албанский монастырь», она полностью нарисована из этих же самых цветных карандашей. К примеру, даже тут показан эффект прозрачности. Это азербайджанский флаг, а это сам же монастырь.